привет, ребята! Сегодня я буду собирать динозавра из конструктора. Начну. Начинается это голова. Дальше будет шея. Из трех маленьких блоков. Дальше будет тело. Из четырех блока больших. Дальше будет тело. Ставим шею на тело. Вставляем укрепление. Убираем эту сейчас деталь. Ставим другую. Вот собран. Дальше нужно поставить вот эту деталь для укрепления тела. Дальше ему нужно сделать плавники. Он водоплавающий, этот динозавр. Ставлю ему плавники. И внизу детали. Наверху у него на голове присоски. Динозавр готов. Разбирать. Рассмотрим его поближе. Голова, шея, хвост, плавники, тело, шипы. Их нужно вот тут закрепить посередине. Ой, голова упала. Так, рассмотрим его снизу. У него тут панцирь. У него вот тут вот панцирь. Хвост, как у дельфина. Не забудьте ставить лайк, подписывайтесь на канал. Пока. Пока.